Сейчас откроем. Пап, ты получишь. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня с вами уже полюбившиеся Монечки и мне распаковка. Надеюсь, вам тоже. Мы ходили в магазин Бим. Находится он в Турции, в Анталии. Собственно, ну, самый обычный магазин такой. Моника уже требует открыть колбасу, поэтому давайте быстрее. И мама. Кажется, это будет плата за съем. Так. Расскажу сейчас, сколько это все стоит. Так, начнем. Я уже тут все разложила. Пока мы начинаем, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Самый интересный YouTube-канал в мире. Начинаем мы с креветочек. Креветки стоили 500 грамм, 20 лир. Это очень дешево, но, с другой стороны, мы смотрим тут на массу самих креветок 250 грамм. В общем, они тут все во льду. Но все равно это очень дешево, 250 грамм за 20 лир, при том, что они чищенные. Вот, даже ничего не надо, не чистить, не заморачиваться. Денис там шариком играется с Монечкиным. Так, меня все окружили. Дальше у нас идут пакеты по 50, по половине лире. Так, ладно. Сок, который выпила Моника, 1,5 лиры стоил. И начнем с того, что еще осталось. Йогурт фруктовый, 125 грамм, 3,5 лиры. Такой манго. С манго, да. Йогурт как йогурт, ничего необычного, вот с ложечкой, удобно. Тут уже все, колбаса пошла в разнос. Мама. Так, так все разложил. Ага, вот Kinder Pinguin. Мне, кстати, нравится, что в Турции, что... Спасибо. Тут уже приехала водичка. Так, следующий у нас идет Kinder Pinguin, лира 70. Ну, обычный молочный ломтик. Мне очень нравится, что они здесь недорогие, доступные. Мне кажется, в России они стоили дороже. Если кто-то знает, напишите. Потом, будь здоров, Чилька. Тут все собрались просто. Аншлаг. Монечка что-то сзади делает. Так, купили еще лососика, 27 лир, две пачки по 500 грамм. Вот такие пачки. Я уже в прошлый раз показывала. Тут масса самого лосося 450 грамм. Да, показывает, тоже помогает. Помогатор мой маленький. И колбасу ест. Вот так вот надо есть. Так, лосось очень дешево, потому что в Мигросе он стоит намного дороже, что свежий, что замороженный. Не знаю, с чем это связано. Вот как раз Моника ест колбасу куриную. Она, кстати, вот это единственная колбаса такая вкусненькая именно. Во всяком случае, мне нравится, она похожа на что-то нормальное. Мы взяли 3 пачки и вышло 8,25 лир. Но тут в пачке по 60 грамм. Моника. Мы, короче, будем... делать, скорее всего, пиццу и тогда положим эту колбаску, потому что мне надоело покупать местную пиццу с невкусной колбасой. Вот. Так, дальше у нас идет сыр для тоста, 24 лиры. Сейчас покажу его. Так, я уже тут все разложила, но Моника еще разложила еще раз. Вот такой сырок, 500 грамм, он сразу вот такой порезанный для сэндвичей. Мы обычно такое не берем, мы обычно берем типа как, ну, нашего российского, наверное, такой с маленькими дырочками. Вот, а это как сама поднимешь? Так, продолжаем дальше. У нас кончилась память, настолько много всего купили. Кстати, купили все вместе на 170 лир. Сейчас лира очень сильно упала, и если кто-то тут живет и получает зарплату в рублях или в долларах, это очень выгодно. Так, что у нас дальше с вами? Молоко, литр, 6 лир. Самое обычное молочко. Помогатор мой маленький. Тянется, никак не дотянется. Так, 6 лир. Макароны 500 грамм, 3 лиры. Макарошечки с пюрешечкой. С котлеточкой. Так. Сыр. А что у нас дальше? Дальше у нас идет айран, который мы выпили. Мы взяли 2 штучки по 1 лире, такой стаканчик. Кстати, я в России... Ой, Мончик говорит. И Моника выпила, все выпили. Я в России айран вообще не любила, а здесь он прям почему-то вкусный. У меня опять связь с космосом, да, потерялась? Вот так. Ой!
Вот, так лучше. Так, дальше у нас идут две раскраски. Мы в прошлый раз покупали одну, если кто-то смотрел. Сейчас еще две докупили, потому что у них это сезонная, скажем так. Они их выставляют, потом убирают, и чуть ли год их нету. Хвастается. Моника принесла карту банковскую. Микусь, нет, не надо показывать. С годами. Не-не-не-не-не-не-не. Вот две раскраски по 4,5 лиры. А то сейчас все расскажет, все пароли. Мама. И мне. Всем по раскраске. А папе? А папе Айран достался. Пустой. Ну. Так, пудинги по 1,5 лиры, очень вкусные, обычно банановый, шоколадный, и еще в другом магазине есть клубничный. Я беру обычно банановый, очень-очень вкусно. Кто любит пудинги, рекомендую. Так, дальше у нас с вами идет вот эта штука. Лапша яичная, нет, мое. Микусь, это мое. Я сама сейчас прочту, а ты папе вот это отдай. Давай. Так, у нас дальше с вами идет. Нет, мне это еще нужно, я тебе потом дам. Потом дам, пока раскраску возьми. Потом дам. Давай полезем с тобой, дай. Так, дальше у нас с вами. Ладно, каждый. Дальше у нас с вами идет лапша яичная, 5,5 лир. Выглядит вот так, 500 грамм, да? Да, 500 грамм. Ну, какие-нибудь супчики с рыбкой, не знаю, там просто в супы добавлять. Так, Чилька. Чилька, пшить, с дивана, давай-давай-давай, с дивана. Давай-давай-давай, с дивана. Вообще никакого спокойствия. Так, 9 лир у нас идет драже. Мы обычно брали такое клубничное, сейчас мы взяли с клюквой, насколько я поняла, и за 9 лир 100 грамм. Ну, надеюсь, будет вкусно, что я могу сказать. Скажу в следующем выпуске. Так, песто соус 12 лир, вкусный. Сейчас, наколдую. Хвастается карандашом. Так, 305 грамм. Вот так вот. Ну, я не знаю, с чем обычно песто готовят. Базилик там точно есть, но в общем... Кажется, у нас больше нет дрожжей. В общем, соус песто вкусно, рекомендую. Там, к макаронам, к рисам, куда угодно. Подожди, подожди, сейчас. Ага, базлама 5 лир, собственно, мой лайфхак. Мы сегодня... Голодающая по Волжье хлебу радуется. Мы сегодня будем готовить пиццу, и я основы, если честно, здесь для пиццы не видела. Не знаю, может, где-нибудь продают, может, в Мигросе надо посмотреть. И поэтому делаем так. Берем базламу, разрезаем вдоль на две части и, собственно, делаем пиццу. Шарик! Вот. Купили на рынке, уже 3 дня играется, или 4. Сегодня понедельник. 4 дня, да? Так, такая базлама стоит 5 лир, лепешечка турецкая. И у нас осталось за 1,5 лиры гадость притравиться называется чуть-чуть. Кто не хочет сильно травиться, но хочет притравиться, рекомендую. 250 миллилитров, 1,5 лиры, апельсиновая газировочка. Собственно, все, дорогие друзья, у нас чеки летают. Собственно, все у нас, дорогие друзья, на этом. С вас, если вам понравилась эта рубрика, лайк, оставляйте, не жалейте. Настя старалась, покупала это все, рассказывала. Оставляйте любой комментарий, поддержку. У нас какие-то лягушки завелись. Дельфины. Поэтому квартиры дешевые. Дельфины. Помогите. Вот, в общем, с вас подписка, лайк. Помогите! С вас подписка, лайк, комментарий. Пишите, сколько что у вас стоит. Особенно интересно креветки, сколько стоят в России или где вы живете, в Казахстане, в Украине. Кстати, пишите, кто с каких стран, городов. О, Господи. Тут Денис балуется. Вы не подумайте, это не Моника. И что можно сказать? Пока-пока. Все, пока-пока. Кто хочет жить в Анталии, приезжайте. Желаю вам сюда побыстрее приехать.